Я готов тебе разъяснить, чего она хотела, эта женщина. Что ты увидела и что ты услышала? Расскажи. Там что-то про телефон. Не поможете ли? Сыну покупала телефон, отдаю за копейки. Мораль. Типа, срочно нужны деньги. Ну, как бы, если верить вот этой легенде. Продаю хорошую вещь. За недорого. Фактически, тебе впаривается очередная пустышка, которая не стоит своих денег. Понятно? К сожалению, вот так вот это все практикуется. То есть... Поможете. Ей нужны деньги. Ей нужны деньги. А продать, вот любую вещь продать, это вообще-то проблема. У меня, к примеру, сейчас 3 терминала, помните, кнопки дотыкали на экране? Да. Они денег стоят до хрена. А превратить их обратно в деньги, не так это все легко. Это надо найти человека, которому это надо. В общем, она пытается торговать чем-то, создавая красивую легенду, но в легенду эту верить надо с осторожностью. Зачастую обманывают. Давайте Катю слушать. Даже в этой в переноске по такому ветру холодно. А там и друг от друга крыться. Да, лучше про маму спой. Кто-то умер, что-то сгорел. Какая-то песня тут. Вы за хорошую песню. Что хорошего-то про эту Петь, я не понимаю. Как его вчера включили? Помнишь, в Камеди Клаб про Танечку эту песню переделали? Знаешь, не снова Танечку в печи. А что случилось с Танечкой? Ну, тупая песня, но... В какой-то момент до знакомства со всякими этими красными идеями, курмяна и так далее, вкусно кушая, сладко пья и глядя все эти комеди-клабы, не покидало ощущение, что чудо это все не то. Цель нажраться и наржаться какая-то туповатая. Уже можно. Нет, пока нельзя, тут стрелка должна зажечься. А эта машина белая, чего стоит? Нет, можно. Ну сейчас можно, стрелочка зажглась, теперь можно ехать. Нет, нельзя. Козленка из-за того, что скажешь, нет, я не... Катя, надо всегда что-нибудь сказать поперек. Поэтому, если хочешь, чтобы она не ревела, надо сказать: Катя, реви! И она перестает реветь. Правильно? Нет. Вот видишь? Опять поперек.
люди встают, вот вообще не боятся. Кстати, вот так же стоявшего автомобиля около банка, там где-то наверх еще, между домиками. Девица зацепила, стояла, расстраивалась, ну, ждала, видимо, хозяина. Сейчас я... Вы пойдете, раз не мерзнет, я уеду куда-то, встану. Так, чё? Вот, давай, выйдешь, я тебе подам. На крышу кидай пока. На крышу. Ой-ой. Thank you.